Сейчас вся надежда пожарных на суд, который состоится в начале апреля. Но терпение у людей уже на исходе. Согласно 142 статье Трудового кодекса России, в случае задержки зарплаты больше, чем на 15 дней, человек имеет полное право не выходить на работу. И пожарные всерьез подумывают этим правом воспользоваться.
Thank you.